Приветствую вас, друзья, с вами Варчик. Продолжаем рубрику «Идеальный маршрут». Нижний респ, Карелия. Для того, чтобы иметь высокий процент побед, нужно с самого начала боя ехать и активно играть, и при этом не просто активно умирать, а убивать всех врагов. Есть такая тактика на Карелии, которая быстро разгоняет фланг со штанами и позволяет вам ехать бодро со всеми союзниками в атаку и набивать кучу урона. Едем в штаны, и если союзники поднимаются на штаны с вашей стороны, то можете ехать не с ними, а по правой нижней стороне и из рельефа делать перекрестный огонь по врагам, которые заехали в штаны. Тем самым вы быстро освободите союзников от перестрелки от угла к углу в штанах, которая будет происходить очень долго, и враги, которые приехали на тяжах, останутся стоять в таком длинном коридоре, в котором они ни назад, ни вперед не смогут уехать, и вы будете от башни их убивать. Вот такая вот, казалось бы, простая тактика, но очень годная. На эту позицию можно ехать на любом практически танке, желательно, конечно, чтобы у вас была бронированная башня, хорошее голдовое пробитие, чтобы убивать тяжей вообще налегке. Ну а так, в принципе, все зависит от вашего скилла. Можно туда на любом велосипеде с палкой поехать и всех поразламывать. Главное — желание и скилл. Единственное, чтобы главное — ваш танк хотя бы как-то ехал. Потому что если вы на каком-то маусе будете такие маневры совершать, ну вы до Нового года не доедете. Уже там штаны без вас выиграют или проиграют, и толку от этой тактики никакой не будет. Под штанами в нижней части есть такой вот камень посередине. Вам нужно к нему подъехать и убивать врагов вверх. Но вам впритык к нему подъезжать нельзя. Вас с правой стороны должен прикрывать другой камень от тяжиков, которые стоят в стандартной позиции и ждут своей смерти. Главное, чтобы вы, когда сюда приехали, на штанах сверху были союзники. Для этого нужно, пока вы сюда едете, смотреть на миникарту и оценивать, стоит сюда ехать или не стоит. Потому что если вы будете здесь одни, а на штанах будут только враги, они все развернутся и будут в вас стрелять сверху вниз, и вы не сможете в них уже пострелять, потому что при каждом выезде из-за укрытия вас будут пробивать сверху вниз. И приведенная броня вашего танчика, даже если танк имеет хорошую броню, будет плохая, поскольку угол будет ужасный. Разобрались штанами, подъезжаем чуть-чуть правее и, занимая рельефик от башенки, просто все убиваем. ПТ, ТТ, неважно, просто от башни по перезарядке своей выезжаем и все убиваем. Если вы не засвечиваете какую-либо ПТшку и издалека она вас замучила уже, либо арта, просто в любой момент можете развернуться и поехать в любое место на карте, которое вам нравится. С виду тактика очень простая. И глядя вначале на схему и миникарту, было понятно, что ничего сложного нету. Нужно просто подъехать под один рельефик пострелять, потом под другой пострелять, и все, казалось бы, ничего сложного. Есть пару нюансов, а так, в принципе, все. Тактика очень простецкая и очень действенная. Почему же она такая действенная? Потому что враги не успевают скучковаться и занять всякие там позиции, и освоиться, укрепиться и сплотиться. Вы просто подъезжаете и перемалываете их по одному. Враги просто едут к вам в ручки по одному, и вы их убиваете. Ну а потом тяжики остаются, они просто никуда уже не денутся. Они там зажаты, скорость у них маленькая, ни назад, ни вперед они уехать не смогут. Самое главное — все делать быстро и четко. Тактика эта очень старая, игралась она даже еще до того, как переделали эту карту, и штаны выглядели совсем по-другому. Все игралось точно так же. Ничего бы на этой карте по тактосу не поменялось. Просто нужно помнить, что если союзники не поехали в штаны, то сами вы здесь ничего не сделаете. Вот такие дела. В принципе, с другого респа тактика разыгрывается примерно точно так же. Камни там практически симметричные, бугры практически одинаковые, и штаны то же самое, симметричные.
ну, насколько это возможно в картошке про симметрию. Все разыгрывается одинаково, и вы играете ключевую роль в том, чтобы освободить союзников от долгой перестрелки от угла. Потому что в основном союзники станут кто-то там на повороте, на стандартном, и стоят 15 минут. А вы развязываете ему руки для каких-либо активных действий, сами настреливаете кучу урону, активно, бодро рубитесь, и получается прикольный бой. И быстрая победа. С вами был Арчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки, пока.